Да. Значит, вот, и там, вот на сайте, там есть три курса. И там будет, вот, в зависимости от желающих, там будет они, эти курсы, там проводиться. Желающие наберутся там, допустим, вот на это дело, пожалуйста, пройдите курс. Будет успех, будет больше, не будет успех, ну, поговорили, закончили. Владимир, все, два вопроса задали, хватит. Такой небольшой комментарий. Был вопрос по Голливуду. С моей точки зрения, что можно ли использовать нашу литературу как ну, более глубокий базис для Голливуда. То есть у нас несколько реализаций, но тем не менее у нас очень хорошие идеи, мысли, и они изложены в литературе, я считаю, фантастики в частности. Я с этим согласен, и я хочу сказать, что вот, когда я говорил, там, допустим, вот о русском, английском языке, который я применял вот для описания модели, вот я хочу сказать, что русский язык очень силен, там где мы занимаемся, вот познавает действия, как некоторые действия сакральные, там, где мы изучаем от религиозного мистического языка. Вот. Опять же, такой язык технический, технологический, это язык английский, великолепный. Вот. Но я хочу сказать, что сегодня как раз не хватает фантазии, не хватает перевальщины. И в этом смысле я вот корни вот такой религиозно-мистического начала, который задает целостное видение мира, его как бы понимание не как суммы частей, а именно как целостности. Вот я считаю, что в русской литературе это есть, и там можно найти идеи, которые могут быть привлечены в некоторые образы, в некоторые технологии. Уважаемые коллеги, переходим к следующей части.